Большое спасибо организаторам за то, что в наше нелегкое время, когда все думают, что уже все знают, чего-то может быть нового увеличения груди, они все равно находят темы, которые интересны, которые собирают большое количество людей и потом еще долго обсуждаются. И это тоже большое искусство. То есть привести людей, которые могут научить тебя чему-то новому, когда ты сам, в общем-то, уже готов учить всех тоже. Это очень сложно. То есть это такой научный маркетинг. То есть что сейчас интересно, что сейчас актуально, какие есть страхи, да, то есть это только у молодого доктора нет страхов, потому что он мало знает и мало обжигался, а у нас уже куча страхов своих, потаенных, и мы смотрим, как из неловких ситуаций или там каких-то ошибок выбираются более именитые наши коллеги, ну или другие просто коллеги, как они выбираются. Потому что когда особенно есть в конференциях вопрос ошибок, и осложнения, они есть у всех у нас, да, то нам важно иметь вот именно такой тоже опыт, как из них выбираться.